Приветствую вас. Первое, вот самое такое, наверное, главное чувство, которое вы здесь описываете, это чувство стыда. Как мне кажется, как мне кажется, именно вот чувство стыда, это то, что блокирует вашу такую активность. Ну вот. При взаимодействии с вашим сыном, то есть вы ему не рассказываете что-то именно, ну именно вот, потому что вам стыдно, скорее всего. Вот, ну как опять же, как я думаю, да, вот, и в первую очередь нужно со стыдом работать, то есть чтобы вы принимали те или иные свои действия, вот, были полно принимали бы себя, ну, возможно, более полно принимали бы себя. Вот. И это, ну, вот, как мне кажется, это очень такая вот довольно важная история. Вот. Потому что если вы хотите там действительно там ну, вот в своей жизни, да, что-то изменить и поменять. Вот. Все остальное, это, на мой взгляд, уже производно от от этого самого стыда, потому что мне кажется, что пока есть стыд, у вас пока есть вот ощущение стыда, вам будет сложно. Вот. Собственно, именно из-за стыда вы можете блокировать в себе вот свои эмоции, вот свои желания какие-то можете блокировать, да, вот вы можете не позволять себе что-то, вы не можете не позволять себе что-то проявлять, что-то выражать, вот, вы можете не позволять себе много вещей, и в результате это вас очень, на мой взгляд, может обесценивать перед другими людьми, вот, что в итоге и приводит, как мне кажется, к тому, что вы расстаетесь с мужчинами. Вот. То есть понятно, что любой психолог вам скажет, что здесь очень важно выстраивать именно отношения с мужчинами адекватно. Вот. Это понятно совершенно дело, вот, что вам любой психолог это скажет. Вот. Вопрос в том, готовы ли вы сами к этому. Вот. Потому что если не готовы, вот, то как бы перспективы у вас
на мой взгляд, довольно-таки туманный, потому что ребенок будет чувствовать вашу скованность, будет чувствовать в какой-то степени ваш стыд. Вот, и вряд ли ему это будет нравиться, вряд ли он будет ощущаться какой-то, ну, какой-то позитив от этого. Вот. По крайней мере, я надеюсь, что вы не ожидаете того, что это произойдет. Потому что это хочет, что можно сделать. Вот. На вопрос ребенка, на вопрос детей, которые, кстати, вполне как думается, адекватные, да, и так далее. Ну, всегда отвечать максимально откровенно, максимально открыто, честно. Вот, но не сложно, так, чтобы ребенок понял, что вы хотите от него донести. Потому что если ребенок не понимает то, что вы говорите, тревогу усиливается. Вот. Такой момент. Ну, как бы, мне кажется, что вот эта вот точка, которой вы сталкиваетесь снова и снова в отношениях, ну там, не обязательно, да, в отношениях с мужчинами, там могут быть и отношения брать с людьми, вот эта точка именно, точка стыда. Вот, и именно на это я предлагаю вам обратить свое внимание, потому что, мне кажется, это очень важно. Мне кажется, это очень важный момент, на который вам нужно обратить свое внимание. Вот. И именно смотря на то, что вам стыдно и работая с этим, вы могли бы ситуацию изменить во всех сферах. То есть не только с ребенком, но и вообще глобально, в том числе и самой собой, вот, чтобы жить и там, ну, чтобы жить и чувствовать себя лучше, чувствовать себя более естественно, вот, более собой и так далее. Там это очень многие люди стыдят с того, что вот их там бьют, там, у них вот супруг пьет, да, там, допустим, люди этого стыдятся, люди этого боятся, вот. Ну, они знают уже, типа, что если это происходит, то, ну, значит, что-то не так, да, семья неблагополучна, вот, и, значит, человек боится осуждения, боится насмешек, боится унижений, вот, еще больше, потому что так себя униженным чувствует. И уходит, собственно, вот в это избегание. Но в итоге ничего хорошего из этого не выходит, к сожалению. В этом все. Надеюсь, что это было полезно вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответ, это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи. На всякий случай. Хочется сказать, вот как вы можете распознать стыд. Это самообвинение, самобичевание, внутренние обвинения, упреки ну, вас самого себя. Вот, отрицание того, что есть ну, вас самой, например, и так далее. Вот как вы можете найти стыд. Удачи вам, всего вам самого доброго.